Поклонники певицы Наташи Королевой волнуются за своего кумира. Больше недели Наташа не выходит на связь. 48-летняя певица не дает о себе знать ни в Инстаграме, ни в реальности. А ведь раньше она каждый день публиковала посты и сторис. В последний раз Королеву видели несколько недель назад на записи шоу «Две звезды. Отцы и дети». Туда она пришла со своим сыном Архипом. Когда 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины, Наталья никак не отреагировала, в отличие от многих других звезд. Она лишь через пару дней опубликовала ссылку на свой Телеграм, опасаясь, что Инстаграм отключат в России. Но и в Телеграме Королева ничего не публикует. Многие поклонники уверены, что молчание звезды связано с войной в Украине, а ведь это ее родина. Вероятно, Наташа не собирается высказываться против войны. Тем более, что ее муж Сергей Глушко активно поддерживает военное вторжение, о чем он с радостью уже несколько раз объявил у себя в Инстаграме. Что ж, будем ждать официального комментария и от Натальи.